Резинові перчатки. Одну я кладу на сонце, а другу в тіні. Проходить час. І от що стало. Ета розплавилась від 100-градусної жари. Та ломається від 100-градусного мороза. Очень неприятная вещь – вакуум. Обычные земные механизмы здесь не работают. Металлы склеиваются, трущиеся детали заедают. Все потому, что смазка сразу испаряется, и даже воздушной прослойки нет.